Всем привет! В этом видео я буду делать коррекцию острых и длинных ноготочков для своей очаровательной клиентки, которую я называю очаровательной ведьмочкой. Почему? Потому что она всегда носит длинные острые ногти и, как правило, окрашиваем мы их в темный цвет, но и стиль моей клиентки также соответствует этим ноготочкам. Носит она у меня необычные украшения с шикарными камнями, а также имеет на теле множество татуировок и разных пирсингов. Ну что ж, последнее время мы стали делать коррекцию при помощи полигеля, потому что гель перестал подходить моей клиентке в связи с ее интересным положением. Теперь моя клиентка будущая мама. Поэтому для того, чтобы наши ноготочки хорошо держались, мы используем сейчас полигель, и он ей хорошо подходит. Единственное, конечно, иногда она их все-таки ломает, потому что работа у нее, как у многих сейчас в современное время, нелегкая, и периодически что-то тяжелое падает на ее руки, и ногти ломаются. Но ничего, сейчас мы все это дело хорошенько откорректируем и укрепим. У моей клиентки есть еще одна прекрасная новость. Скоро она выходит замуж. И следующий наш маникюр наконец-то будет нежным, розовым, каким-то приятным, как она мне сказала, и светлым. Но на этот раз мы все-таки решили сделать, как обычно, более насыщенный, более яркий маникюр в темном цвете. Я использую полигель от Зина. Он у меня в баночке вот такого розового приятного цвета. И корректирую наши ноготочки. Часто эти ноготочки у нас клюют во время носки, но после этого я их при помощи полигеля слегка приподнимаю и исправляю. А цвет мы сегодня выбрали роскошь 180 от Пале. Это очень красивый цвет, и обладает он мелким, мельчайшим таким шиммером с красновато-фиолетовым оттенком. Подкрашиваю под кутикулу. Почему-то моя клиентка забыла снять кольца во время маникюра. И вместе с кольцами мы так маникюры делали. Ну что ж, получился вот такой вот интересный, красивый, насыщенный маникюр. В следующий раз будем делать что-то светлое. А пока соответствуем своему стилю очаровательной ведьмочки и продолжаем носить вот такие длинные острые ногти. Всем пока-пока!